Ого! Вот почувствуйте разницу, да? Прошлый эпизод, как там стучался. Чемпионата Европы финального поединка. Здесь Горбалов сам показывает, что все в полупоясе. Сильный его удар, что даже не отступился. Неплохая доводка получилась, Грёза, великолепная атака. Не самая сложная подача от Юрия, потому такой отличный. Но Грёза сейчас готов и всех вообще зону атаковать, по-моему. Предполагает, что едва человек справится с ним. Под подачу Георга Грёзера примерно идти вчетвером стоит вставать. Ланца опять загнали в угол, на сетку, на групповой блок, поэтому Филипп выиграть не может. Все-таки он не гренадерского сложения, 1.95 м, наверное. Уже игрок Трентино. Ну, как я уже говорил, 5 волейболистов из Трента в этом составе сборной Италии серебряные. Здесь просто отдаем мяч сопернику. Грёза опять скидка, и мы к этой скидке не готовы. Сейчас все умрем. Друг с дружкой в городе Катовице, где как раз сейчас группа D базируется. Так что Грёзер в атаке. Не успевает блок, не успевает Марко Подращанин. Переднюю линию возвращается. Здесь он будет полезнее, чем Бобка. Ну, через раз, да, то торжествует, то расстраивается. Не отпускают итальянцы немецких соперников. И все же на смену сторон при счете 8. Проходит. Нет там больших переездов, довольно удобно. Постепенно игра заблистала новыми красками. Если будет медаль на чемпионате Европы, то положительно. А вот будут ли? Ой-ой-ой, как-то блок сейчас пропустил эту атаку Грёзера. Ошибок было у команд первой партии.
Сейчас вот Сергей Пятников про ошибки говорил. Ожидалов опять не забивает. У Макса Михайлова с этим проблемы. И второй диагональный вышел. Забить не может. Да, он четвертый забивает свои мячи. Да, четвертый тут сложно. Немножко контроль сейчас. Все-таки важен. Ну так, забить не получилось. На блоке. Вернуться в блоке просто не заметил. Посмотрим. Ну, Илья, в принципе, он так и подает в одном ритме примерно. На блоке. Ну, нет. И одним Гроссером не закрыл. Да. Один в один даже Дмитрий Волков, который блокирует на этом турнире здорово. Гроссера прикрыть. Эта задача крайне сложная. Растянуть эту концовку насколько возможно. Чуть сбить немцев, сбить, да? Сбить немножко темп, сбить ритм сопернику. Потому что там действительно сейчас какой-то карнавал такой небольшой. Тоже увидим, особенно если у Андрея вот так вот пойдет и дальше. Очко на свой счет. Действительно, Андрей и Грёцер, они ставят этот двойной блок. Турнир длинный, давайте не будем сейчас расстраиваться. Первый темп играем только с идеальной доводки и только в центре, в третьей зоне. Но вот этой доводки... Сергей Шляпников. Ну, а такие ходы от Грозера не остановить. Эти паузы его совершенно не задевают. И шуму обыграли хозяев площадки. Да не в простом матче, а в рекордном. Вот по уточненным данным, за игрой... Еще один эйс на счет. Нам насчет персональных достижений. Георгий. Вот это да! Мы его подачи задерживаем не только за счет чисто выгодных мячей, за счет затруднений. А тут еще Гроссер, и как раз, похоже, он попадает в лицевую линию. Вот. Кто? Пока Гроссер на подаче, а Крюк вместо Бережко. А Гроссер здесь начинает лютовать.